Митах Телекопаров. Вот это мой дом. И возле забора я нашел вот пакетик изолентой. Там какое-то непонятное вещество. Сегодня мне днем отец позвонил и сказал, что тут днем рылся какой-то неизвестный парень. Вот тут. И он говорил, что когда отец вышел из ворот и спросил, что он тут, чем он тут занимается, он сказал, что потерял ключи и ищет их. Вот затем вот с того места сразу же подъехала машина, и этот парень неизвестный, бородатый, сел в машину, и он сказал отцу, что нашел ключи, и быстренько поехал. Вот, друзья, смотрите, какое-то вещество, я не знаю, какое-то растение. Это явно подстава. Давайте откроем. Сейчас на ваших глазах открою сгусток. О. Я даже нюхать не буду, трогать не буду. Но имейте в виду, сегодня 29 мая. Прямо вот тут нашел. Вот, пожалуйста.